Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Они любят делать других людей счастливыми. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Люди с этим именем очень лояльны, добры и щедры к друзьям и к родственникам. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Способность растворяться без остатка в объекте своего поклонения – это их сила и слабость одновременно. Ради любви они готовы на все. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Если же чувство прекрасного у этих людей трансформируется в страсть к роскоши, то они способны опустошить любые кошельки для ее удовлетворения, из-за чего имеет шанс умереть в нищете. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Эти люди умеют организовать других людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.